По поводу любить себя, я, в принципе, говорила много, и были ролики. Все равно хочу сказать, любить себя – это не значит потакать, но это не значит и бичевать себя. Да, возможен момент критики, но обязательно нужен момент, когда вы вслух озвучиваете, какая я молодец. Ну и здорово, что я так смогла. Да, да, может быть, могла бы лучше, но вот так. То есть пробуйте с собой договариваться. Вы не представляете сакральность голоса. То есть это везде как-то замалчивается, но на самом деле вы не представляете, какая это поддержка, опора. И это голос, это проводник.